Когда мы с Владимиром Геннадьевичем последний раз разговаривали, опять он эту тему затеял. Говорит, если кто-то там поговаривает на Западе, у вас, я вижу, у нас, нет у меня такой даже идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий. И потом, знаете, ну, это слишком мелко вот так вот в лоб объединить Беларусь и Россию, то, что вообще не объединяется, и продлить свои полномочия. Россия огромная страна, мощная страна, богатая страна. Если уже станет вопрос продления власти одного человека, слушайте, у них десяток вариантов. Они найдут десяток вариантов, но я знаю и другое. Президент Путин на сегодняшний день, нет у него цели любой судьбой сохранить себя во власти. Бросьте эти все настороженности, все это наивно. Это не для большой политики. Это просто, ну, можно в средствах массовой информации перемывать, обмывать. Но это не для Путина, тем более не для меня, поскольку речь идет о перспективах, о дальнейшем существовании белорусского государства. Что такое Лукашенко на фоне существования суверенного независимого белорусского государства? Ничто. Что такое Зеленский, Порошенко и все прежние ваши президенты на фоне сохранения украинского независимого государства? Поэтому не настораживайтесь. Никакого опасения здесь нет и быть не может.